Приветули, ребятули! С вами Большой Тиби, и мы продолжаем прохождение игры Scars Above. Я немного за кадром поиграл, надеялся, что можно как-то быстро проскочить их. Но оно не там-то было. Все не так легко, как кажется. Или наоборот. Ай. Ай, 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 ай. Все было, оказывается, можно было намного проще сделать. Нападай. Зараза. Нам, в общем-то, надо главное вот этих двоих. Один. Одного погасили. Зараза. Есть. В общем, что я заметил, нам нужно было в основном-то погасить этих двоих. А потом можно было заходить и сюда уже. Потому что я пробежался, ну там мы делаем просто круг. Все. Так, ну здесь я вижу, что будет что-то очень плохое, да? Опа. За малым клуб не проебал. Так. Так, блин, запись идет. Поехали. Я просто из-за чего... Во, решил поиграть за кадром. Надеялся, что можно будет сейчас дойти до момента. Так, криво, криво, криво. Так, это какая-то арена. И на том моменте включить запись, и можно будет, так я думаю, проходить. Но раз здесь... Опа. Настолько просто. Чё-то... Так. Это, а с тем что? Так, жизнь. Пополнимся. Криоэкстракт. Так, ну, похоже, нам это не сильно помогает, да? Хреново, что я могу еще сказать? Я вижу вот эти хрени летающие. Твою ты мать! Так, ну радует одно то, что... Я его раньше успел завалить. Странный артефакт, созданный из тех же неизвестных материалов, что и вся местная архитектура. Может быть, он служит для запуска, связанного с созданиями технологий. Изучить. Генетические мутации влияют на уровень агрессии существа. Враждебность на третьей стадии возрастает многократно. Продолжаю наблюдение и сбор фрагментов кода из генетического материала. Хм. Ну. Да. Ну, я бы сказал, что босс
этот оказался чуть-чуть полегче, чем я ожидал. Я ожидал, конечно, намного хуже. Так, горючее у нас есть. Перезарядка. А, ну, можно не возвращаться, здесь заберем. Так, немного сюда крепу веру взяли. Будем сейчас на верочку. Туда я точно не пойду. Я думаю, это как раз сюда, в эту дверку нам и нужно. Кто где? А. Да, давайте сохраним, наверное. А то мы уже как бы раздобыли. Нет. Нет. Я вот, кстати, чего не помню. Куда использовать? Тьфу ты. Фу. Для чего мы это собирали? Давайте пробежимся сюда. Да, записью нескольких игр сразу, конечно, чуть-чуть усложняет задачу. Так, ну, он нам ничего не сделает. Поэтому пробегаем дальше. Так, ну, здесь я помню, здесь только этот будет. Вылезет и все. Поэтому нам это сильно не поможет. Свалится она, не свалится. На, все, волокно по максимуму, да? Так, там кубик мы собрали. Инвентарь, навыки. Ничего недоступно. Хм. Может, назад нужно? Давайте пройдемся дальше. Твою ты мать. Опа, как я так не заметил. Так. Так, а подождите, я что-то... А, да, вот то есть. Совершенно свой рюкзак, выносливость увеличена. Улучшенная система инжи позволяет перезарядить оружие на быстрее. Используем приборов. Быстрее перезарядку сделать. Давайте посмотрим, что он из себя представляет. Ага, хрена себе. Так, Крио нам нужно. Мы сюда все-таки как-то же дошли. Так, держит оно долго, я уже вижу. Хм. Пиши всякой хиромантией. Давайте еще раз сохранимся. Куб мы как бы... Так. Ладно, я сохранился. Можно, думаю, пробежаться. Ну, вообще, у меня в планах на этих не было нарваться. Там у нас ничего нету. Уходим.
заходим. Токсичность по максимуму вообще у нас, я смотрю. Так, здесь у нас... Ох, ёб. Парень, ты попал, четко метка. Слушай, зря сюда так и попал. Нормально такая разница. Ладно, давайте, убивайте. А, чё, я думаю, ля, думал, убили, уже все, побежали. Че, не убили-то, че, не еще уже сразу развернулись. Думал, классно, уже живой. Собрался идти. Оно не там-то было, да? Журнал. Инвентарь. Раз, два. Два артефакта есть. Ну, а так догадываюсь. Один туда, другой туда. Давайте, наверное, пойдемте отсюда. Я просто, честно говоря, я же говорю, что я не помню. Ну, это явно не сюда, да? Так. Я, короче, заблудился. Как бы то печально ни звучало, не выглядело. Но я правда заблудился. Так, здесь же я был, правильно? Давай туда, сюда. Я просто честно же говорю, я же говорю, что я не помню. Ёб твою мать, иди ты лесом. Я здесь был, не был. Где вообще? Карты нету. Так, здесь я был. Это я помню. Бля. Все. На этом я и завис. Наверное, нужно посмотреть свой предыдущий ролик, чтобы вспомнить. Ладно, подождем чуть-чуть. Так, продолжаем. Глянул я, в общем, чё почём. Зачем я вернулся сюда, я не знаю. Возвращайся теперь обратно. Так, пушка наготове. Для начала, наверное, надо заряды взять. Так, эти. Везде только криоэкстракт, да? Подготовлю шоковую пушечку. Сейчас восстановлю, наверное. Потому что сейчас восстановят.
Короче, зареспаунится. И нужно будет как бы снова побороться. Вот тут вот как раз вот с этим чудиком. Есть. Да, короче, с прицела его убирать. Переставать в него метить. Давай, дядя. И тогда он думает, что он не до зоны недосяжен. Гаемости. На. Подсмотрела, короче, у себя в предыдущей серии, где, для чего эти кубики. Вот для чего они нужны. Ну типа как-то так. Наверное, этот нужен. Его надо, чтобы он так стал, да? Нет. Ничего не происходит, надо просканировать содержимое консоли и найти решение. Правда? Консоли. Это консоль. Блин, ну эти сейчас опять восстановятся. А я с ними бороться заново не хочу, как бы. Нет. Ладно, сохранимся еще раз. Пополним запасы наши. И вмажем с новыми силами. Блин. Вот это, наверное, была моя ошибка, кстати. Ну не успевает он добежать. Вставай. На. Получи мокрое комбо. Так, ну, допустим. Ну это понятное дело, я установил. Вращение. Нет. О. Вот сейчас бы еще так бы повезло бы тоже. О, ни хрена себе. Вот это я понимаю. Вот так бы фартило постоянно бы. Ого. Технологии неотличимые от магии. Да, гальванический экстракт нам как никогда нужен. Эть! Хотел повернуться посмотреть. Буря. Прямо как раньше. Нужно продолжать. Чё, куда продолжать? Они уничтожили нас. Мы не подозревали о его планах. Проверяющий. А ну, освети. Проверяющий? Да, проверяющий. Я не знаю, куда иду вообще. Ну, спасибо. Еще разочек можно?
Так, медузы, но они нас не трогают. Твою мать! Я что-то подумал, это которые это эти волокна. Криорезервуарка, поднять для сборки, увеличить число выстрелов из криопушки на 4. Можно было ЕС, ну ладно. Есть, да? Нет? Так. Волокна у нас есть, да? Все у нас есть, все, всего у нас предостаточно. Так, это какой-то другой. Да твою ты мать. Бля, я ж тебя убегаю, тварь. Твою ты мать. Так, пришло время для щита. Есть, намочили его и грохнули. Так, стоп, нам нужно туда. Значит, нам нужно сюда. Египетская тысяча. Вот нахрена вот здесь раскидали свою хиромантию. Можно было сделать так. Ну да ладно. Сейчас все спалится, все сгорело. Ну, а это просто волокно. Ну, давай. Эти монстры, они пропустили меня. Это из-за поросли. Надо очиститься от нее. Так, я понял, ну, тут сначала на криопушкой бомбить. Тварь. Вот почему я его не вижу сразу, а? Почему его сразу не видно? Ебать, твои деньги, иди тебе. Твари. Вот, подальше. Подальше нормально. Галеонический экстракт забрали. Я пока что на данный момент в этой игре вижу только одну беганину. Сюжета как такового пока что пропал, точнее, сюжет сам. Найти, откуда идут аварийные позывные. Ну, это мы и пытаемся сделать. Только от чего она так укрывается? Если я смотрю, ветра как такового. Ну, хотя с другой стороны вроде и есть. Можно не ускоряться, она быстрее не идет. Так, нам сюда, да? Так, вижу сохранение.
активировать. Так, ну, мы сохранились, пополнились, это хорошо. Жечь, жечь, убить, порзать огнем. Ух ты, у него крыша вообще поехала. Что случилось с Ричардом? Так, мы здесь были, да, с другой стороны. И это я помню. Жечь, 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 поросль огнем. Тут еще попробую ее убить. Не знаю, достану электрошокер. Вроде погода мокрая. Это наш, походу, друг, поехавший крышей. Ну, дружбан, иди сюда. Фу, ля, ветка свисает, потом он сдернулся. Командир Робинсон? Кейт. Кейт. Я ждал. Так долго. Но страх. Ричард. Страх обостряет чувства. Прямо сейчас. Алювиал король. Ты чё? Ай, зараза, ты смотри. А? Сохраняй. А? Ты тварина. Есть. Так, мне нужна хилка. Ля, тварь. Не, ну ты представляешь, а? Ля, тварь. Не, ну ты прикинь. Он вообще взял червей, всех выпустил еще. А, стоп, надо было криопушкой, наверное. Точно. Надо попробовать заморозить всю эту речку, блин, криопушкой, чтобы он как бы... чтобы можно было передвигаться нормально. Не, ну тут такая ходьба. Ты тварь. Ты тварь. Тварина. Меня задрал. Да ёб твою мать. Бля, не успел. Он заражает воду. Да я вижу, он заражает воду, тварь. Так, не сильно впечатляет. Да убери ты. Ричард.
Ну, типа, Ричард, мне так жаль. Но не было выбора. Пиздец. Что же случилось, Ричард? Тэм. Майк. Надеюсь, вы живы. Да я ебался не так живо, как этот. Гермес, нужно добраться до места крушения. Вот это мы, блядь. Голова вторая, падшие. Нужно обследовать останки, то, что осталось от Ричарда. Можно найти важные улики. Это-то мы столько... Железо, компонент для сборки, гнилится совместно с ПП горючей жидкости. Ага. Так, нажмите, удерживайте F, чтобы прицелиться. Отпустите, чтобы облить горючей жидкостью врагов. Выстрел в разлитую жидкость из термопушки, когда противники догорят, обучение закончится. Короче, мы, чтобы... То есть мы добирались туда наверх, чтобы мы просто взять и отхватить пиздюлей по полному. Для этого мы туда и добирались, походу. Что у нас здесь? Так, вода вроде уже не заражена. Можно спокойно передвигаться. Так, теперь нам звездюрить. Мама, не горюй по времени еще. Хер знает куда. Я думал, можно сократить. Скоротать дорожку. Что-то я не пойму, где нам нужно идти. Немного потерялся. Здесь, наверное. Нет. Ну, я вроде все забрал. Вроде бы как больше ничего у нас нету. Добраться до Гермеса. Ты мне сначала подскажи, как мне сюда выйти. Да, волокна, кстати, нам очень нужны бы. Были бы сейчас. Так что тогда это хорошо придумано. Дайте мне пилон один, а. Чтобы можно было сохраниться. Хванарик включили. Безим. Бизит, водичка. Тра-та-та на яичко. Кто знает эту песенку, ставим лайк. Сказка. А еще какая-то херня, мантия новая. Можно я сразу просто прямиком пойду туда идти пать? Тут еще и трое. А, стоп. Мне ждали это, да? Перезаряд. Я ж надеюсь. Они ж мне ничего не скажут. А, это хороший тюб, блядь. Это был прекрасный мир. Эй, хорошая девочка. Херараси, девочка. Слышишь, а может она это прокатит нас? А ну. Итак, не все существа агрессивны. Интересно, были ли агрессивные животные некогда мирными? И что их изменило?
Опа. Ля, ну вы прикиньте, прятать в такие места. Ну это некрасиво вообще никак. Для сборки. Увеличит конденсатор Вера. Отлично. Твою мать. Мне бы кислотность бы. Не? Ну ладно. Я только в курсе то, что я только зря потратил. Аж 4 штуки. Одни кубы знаний. Так, я вижу опять какая-то загадка. Я надеюсь, мне ее решать на этот раз уже не придется. Потому что я как-то не горю желанием. Не, не хочешь. Ну ладно. Не хочешь, как хочешь. Как можно зарядить это, а? А ну, у меня что-то ж есть, да? Волокно 20, запас. Давай, наверное, это. Нормально, нормально. Сопротивляемости. Блять. Еще оборудование с Гермеса. Я приближаюсь к цели. Так открой, посмотри, что там. Вот она, блин, вообще не думает, чтобы открыть, посмотреть. О, кошака. Майк. Майк. Ну, я вижу пока что... Я найду вас, ребята. Окей. Так, стоп, откуда я пришел? Я пришел только что... Отсюда, да, я шел? Да. Мы подошли. Сама разгребла все. Мы пошли дальше. Так, ну эта мне территория уже не очень нравится. Ну, тут явно чего-то не хватает. Это ж видно сразу. С полуглаза. Горючий экстракт. Блин, ну тут бегать не перебегать, если честно. Так, ну радует одно, то что уже нам туда не надо явно. Хотя интересно было бы взглянуть хоть одним глазком. Я думаю, наверное, нужно брать криво пушку, чтобы можно было сейчас быстренько их развалять, то есть намочить, а потом зашмалять. Ты кто? Ты кто? Остатки плоти. Местные левалы во время мутации встраивают в свое тело окружающие камни. Это инстинктивное защитное поведение. Нет. Так, тут вода есть. Значит, уже проще. Сохраняем. Да. Я вижу только то, что я отдаляюсь почему-то, а не приближаюсь. Было 500, стало уже 625 метров. Так, ну... Я понял только одно. То, что мне нужно активировать этот мост. Чтобы можно было дальше пройти. Это есть хреново. А, стоп. Я спустился отсюда, значит мне туда идти. Или я могу обойти? Твою ты мать! Хрена себе. Это какой-то недоделок предыдущего каменного.
Мясной лювал. Так, у нас что-то в навыках новенькое есть. При разряде оружия 25% боезапаса восстанавливается через 5 секунд. Расходуемые материалы. Клетки впитывают больше белка, это повышает эффективность лечебных разрядов. Блин, столько всего интересного, скажу честно. Давайте это, наверное, чтобы меньше расходовать, потому что мы часто пользуемся. Твою ты мать! Ебать, чтоб ты был сейчас, друг. Ты зачем так пугаешь? Бля, так обосраться недолго. Я-то думал, все. Твою ты мать. Ты чё? Я ни хера не вижу вообще. Походу, это ихняя замануха, да? Так, один готов. Есть, второй готов. Не, их как бы легко сделать, но, блин. Мне их не заманухи вообще не нравятся, если честно. Так, а что у меня? Хилка, да? Ну, можно было и не использовать. Ну, ладно. Возьмем, используем. Опа, а кубика не видно было. А кубик бы я сейчас пропустил. А заманушка? А заманушка? Есть. Есть касание. Так. Вроде все посходило. Я вижу сейчас на данный момент только одно. То, что я почему-то ухожу дальше, чем положено. Это да. Это я вижу. Так, наш... Опа. Вот зачем вот такое делать, скажите? Так, ну, здесь я не сохранюсь явно. Так что, либо нас убьют, и мы закончим, либо мы дойдем до следующего пилона. Опа, опа. Одно из двух, третьего не дано. Одни кубы. Ну, с одной стороны, это хорошо, конечно, побольше бы. Чтобы можно было больше прокачаться бы. Не стоит сюда идти, нет? Алло, гараж. Нет. Кубик. Кубик-рубик. Еще один кубик. Волокно. Нет. Гальванического экстракта хапнем немножко и побежим дальше. Посмотрим, кстати, сейчас. Блин, одни кубики, реально. У нас еще один появился, да? Блин, ну не знаю.
увеличится на 20%. На 50% быстрее зарядить. Предмет будет восстанавливаться и не расходоваться при использовании. Угу. Угу. При убийстве противника оружием ближнего боя восполняется 25 здоровья. Нормально. Сопротивляемость смерти при сохранении Кейт может пережить один убивающий удар. Это дает ей шанс в бою. Кейт получает 1 единицу к запасу здоровья. Угу. Вот эта тема нам нужна была бы. Хорошо так было бы. Да, получить 3 навыка 2 уровня. Угу. Сколько? 3 навыка? То есть это все эти прокачать надо? Блин. Ну я даже без понятия. Может кто подскажет, что прокачать? В комментариях. Я бы с удовольствием бы послушался бы, что качать нужно. Вот это мы прошлись. Так. Опа-па-па-пам. Я надеюсь, она сейчас не уберется, этот мост. По идее, мы же сохранились, да? Стоп, где? Фух, он его не восстанавливает. Не сбрасывает. Это хорошо. Ну, поэтому мы на этом и закончим. С вами был Большой Тиби. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться, ставить лайки, писать, оставлять комментарии. Ставьте колокольчик, все уведомления. Всем пока-пока.